Где бы мы ни проводили наши встречи, везде есть люди, которые или работали за границей и приехали сюда. Некоторые приехали, как бы хотят на совсем вернуться в Молдову. Некоторые приехали сейчас на летние праздники. Вот. И есть люди, которые собираются уезжать. То есть это вообще просто национальная катастрофа, вот эта демографическая катастрофа. Статистика, она известна, то есть 700 тысяч человек, как бы по официальным данным Федеральной миграционной службы России, живет в России. 200 тысяч называется цифра по Италии, там, Испания, Португалия, Греция, Англия, Ирландия, Германия, Румыния, Израиль. Где только наши граждане Молдовы не живут и не работают. То есть, и перепись населения показывает это. Постоянно падает население. По переписи сейчас, последние 2014 года, население уже упало ниже 3 миллионов. Это уровень 1960 года. В момент получения независимости в Молдове проживало где-то 4,3-4,5 миллиона, то сегодня 3 миллиона. Ну, минус Приднестровье, где тоже катастрофическая ситуация с демографией.